Друзья мои, всем привет! В сегодняшнем видео я опять начинаю с проблемы. Проблема заключается в том, что герметизация ванны сделана неправильно. Многие мастера вместо герметика используют затирку, либо плиточный клей. И лепят бордюры на сам плиточный клей, либо затирку. Это выглядит легко, доступно, то есть любой человек может это сделать. Но со временем происходит такая проблема. То, что плиточный клей, либо затирка, они от самой поверхности ванны начинают отслаиваться. Ванна в данном случае железная, есть акриловая, есть чугунная. Но в любом случае отслоение происходит. Потому что материал подвижный и начинает со временем при нагревании расширяться, сужаться. И, естественно, затирка, либо плиточный клей, это материал, не подверженный какой-либо деформации. То есть он не пластичный, он жесткий. И, соответственно, находясь в своем состоянии твердого материала, он не может двигаться. С герметиком дела обстоят иначе. Он принимает форму пластичного материала в виде резины и, соответственно, так же, как и ванна, начинает двигаться, либо расширяться, либо сужаться. В этом случае герметик был бы наиболее эффективным, чем затирка и плиточный клей. И теперь мне нужно это все убрать, почистить и сделать заново герметизацию ванны, приклеить заново бордюр уже на силиконовый герметик. Ну, то есть сделать так, чтобы впредь у заказчика не было проблем с водой. И вода была там, где должна быть, но ни в коем случае не на полу. Поэтому как-то так начинаем работу по герметизации ванны с демонтажа. Погнали работать дальше. Итак, мне удалось почистить швы. Это было сложно, но я с этим справился. Швы чистые, даже вот убрал старый герметик, затирку. Почистил все аккуратно. То есть сейчас нам нужно вот как раз заполнить всю эту пустоту, все это пространство силиконовым герметиком и сделать герметизацию ванной. Потому что до этого была затирка, и она очень спокойно отлетала от ванны. Но, к сожалению, много мусора было, поэтому приходилось использовать пылесос. Не строительный, но все равно справился. И все это аккуратненько, всю ванну я почистил. Ну, теперь берем герметик и силиконим все эти пустоты для такой более надежной герметизации. Ну что ж, процедура по герметизации ванной комнаты завершена. Все выковырял, герметиком все заполнил. Теперь у нас герметизация выполнена как положено. Менять бордюры не стал, потому что, чтобы заменить эти бордюры, нужно потратить очень много времени. Это во-первых. Во-вторых, нужно все здесь сломать и все делать заново. Поэтому я решил обойтись малой кровью и сделал просто герметизацию ванной. Ну, в случае, когда начнут заказчики делать уже ремонт, тогда уже все будет совершенно иначе. В общем, как-то так, ребята, закончил я работу, поэтому надежней всего сделать с помощью герметика и бордюров. На этом у меня все. Всем спасибо, всем пока.